выборы были честные, легитимные, было все замечательно организовано, поэтому я очень доволен выборами и доволен их результатами. Я сразу же на подписание соглашения сказал, что для меня главное не результат, вот победа, например, а то, сколько за меня проголосуют людей, кто поддержит мою программу, ну и вообще, кто поддержит меня. Меня поддержало 4600 человек. Я считаю, прекрасный результат. Эти люди будут все равно под моей опекой. Я всегда говорил, что выборы 18 числа не заканчиваются. Мы выбрали губернатора, но те люди, которые выбрали нас, мы за них отвечаем и должны проводить ту программу, которую они поддержали, проводить ее в правительство, во власть. И я еще сразу говорил, что и не призывал голосовать за себя, я призывал голосовать за самого достойного. Я считаю, что люди выбрали самого достойного.